Ну, если все это затянется, я имею в виду существование Путина и путинской России, затянется нам еще на несколько лет, наверное, это будет как-то влиять. Потому что позиция главы Верховного суда, она в России... Глава Верховного суда — это глава не только Верховного суда, это глава еще всей судебной системы. И хотя вот именно формальных полномочий влиять за пределами своего Верховного суда у его председателя, ну, не так много, но на самом деле влияние ощущается, оно идет по неформальным каналам, оно идет по такой, ну, если можно так сказать, феодальной лестнице. То есть... контролируются ниже стоящие суды через их председателей, и фигура председателя суда, в отличие от того, как это устроено в многих других странах, это не просто первый среди равных, это не судья, вот, и судья-директор с финансовой подписью, чтобы было кому подписывать документы. Это действительно начальник, такой поставленный из самого верха поставленный феодал,